Так, шибко интересно. Классно. Ну, хороший, хорошо хоть цвет синий пришел. Говорили, что придет разный, ну, цвет выбирается одинаковый. Мне нравится синий. Попался цветом продавец. Спасибо ему. Продавец, ты круто. Вот эта штучка. Ложишь сюда пельменник. Кидаешь мясо. Он такой хоп. Кстати, я видел такое в Китае. Они так делают. Вот так вот. Вот. Раз. Закрепил. Выкинул пельмень. Потом опять раз. Ложечку сюда раз. Опять. Хорошая штука. Немножко хлебковато сделано, ну пойдем. Дороже заказывайте, будут круче, красивее и аккуратнее. Ну, я думаю, для лепки пельменей это абсолютно не надо. То есть достаточно вот такого сюда эту штуковинку, тесто, потом ложечкой мяса. Оп, зажали, подержали, оп, готовый пельменник выпекли. Так как крепкое вроде. Ну, так, нормально. Взял, буду лепить сегодня, завтра, не знаю когда. Хороший, good, good.